коряк вот найти и все это вот это вот так вот. Вот здесь, а здесь прям на трюм. Ну, надо же, вот это ж все вот из дерева. Это все дерево. Это кап, кстати. Вы знаете, что такое кап, да? Да. Вот. По виду он уже становится как кость. Да и по качеству. Посмотрите, какой интересный сделали деревянный самовар. А бублики тоже деревянные? Нет, но они стали уже деревянными. Да, точно. А так были нормальными. Ух ты. Олени. Вот. Вот этот, на лирика похож. Вот этот олень чем-то. На лирика. Ну да, такой же глаз такой. Лирика все жалеет такой. А лирик хитромудрый. Нет, и он это знает, почему и пользуется его жалеет? Этим. Потому что эта банда несется вперед, сбивая всех прохожих. Угу. А он так вроде как сзади и в стороне, да? Своей. Ну чувствуется, что парень, он еще... А кто сегодня про Василия написал? Про какого Василия? Ну, Василий, Сорочонок. Вася. Не знаю. Мы еще назвали Вася. Подождите, Сорочонок Вася, по-моему, Людмила Мороз. Пока вот. Мы сейчас увидим. Ну, в общем, она что пишет, что говорит, я представляю его во главе этой банды, когда он вырастет, ага. Его не отпускать на небо, а ну, как, это самое... подрезать крылья или что-нибудь. И, представляете, банда идет, Сорочонок впереди скачет, Марсик, Лирик. Ну, кто-то написал, вот я сейчас не помню. А вот такой верстак у нас в школе был, я на таком верстаке работал. А он, наверное, у всех такой верстак был в школе. Да, вот это тиски зажимать, вот это я вспоминаю. Тоже любил. У меня был токарный станок самодельный свой. По дереву. Один маленький, другой побольше. Смотрите, вот здесь вот тоже вот. Я точил ручки. Такие вот, ну, эти, знаете, ручки, что открывать ящички. Ага. Точил. У меня мама в аптеке работала. Да, я помню. Управляющий аптекой мне платил за каждую ручку 30 копеек. А это уже были деньги большие. 30 копеек, да вы что, мы можно на было... рубль, мы считали тоже на рубль, что можно было сделать на рубль. И в кино сходить, и молока купить, да, и хлеба да. купить, и мороженое купить. В общем, там было, мы насчитали много чего. Ну, я был тогда миллионер уже, мне 30 Конечно, копеек. Конечно, 30 копеек, это считай, 3 ручки, 90 копеек. Да, почти рубль. И все, дерево. Ложечки раскрашу. Дерево. Роспись такая. Ой, какие саночки. Что ты говоришь туда? Кого? Ничего. Марсиков туда? Да. Как камеру включил, все, и сразу язык мы проглотили. Да. Ну, развивайте мысль. Вот саночки. Вот свадебный кортеж. Да. Сюда Мирочку. И Жорика. Ага. А Марсик их Жорик повезет. На свадьбе, кстати. Мы знаем, да. Знаете, скоро знаем, будут видеоотчеты о Марсике. Ой, о Жорике, что он там. Как видите? Он там горько кричал, а, да? Да нет, он там с невестой там ездил, фотосессия там. Короче, ему бантик. Чего? Бантик даже какого вид цвета? Фиолетовый. Фиолетовый бантик ему прицепили. Главное, чтобы он конверты там охранял хорошо. Еще тот мажорик. Мажорик. А вот такие вот бочки, вот то же самое, вот вы знаете, они у нас совсем недавно вышли из оборота. Скатка, да. Вот она, правда, с краником, вот эта бочка, да. А у нас они просто без краника. Мы в них солили огурцы, помидоры. Я вообще, помню такие. Вообще просто наш город, как бы, он строился, приезжие, были одни приезжие, по комсомольским путевкам. И вот они из всяких деревень, из-за всего вот, привезли свою культуру. Да. И вот эта культура как-то у нас вот задержалась. А вот эти саночки, вот... Это они до сих пор на зал уже есть. Да, есть. Потому что деток возили вот на этих саночках в садике. Вот у меня вот деревья вот так вот, потому что все-таки она громоздкая. А ноги такие более красные, чем вот это. Более красные, темно-красные цвета. Ну, есть что посмотреть, все интересно, конечно, все это. Ручная работа, да. Шлем. Помогите, что ли? Вот Марсику шлем такой, чтобы не дрался. Вот. Точно! Марсику. Александр Леонидович, если сейчас они продаются, я ему куплю. Вот это Марсику, вот подарок. Только у него уши будет это. Ничего-ничего, мы его привяжем. Это чтобы уши не страдали. А мы здесь дырочки прорежем. Нет, наоборот, уши сложим. Нет. Если дырочки, то Жорик его будет задырать. Ну, да. Ушки, если будут торчать, а то на веревочках и вообще. Это мы, да. Это мы оденем и даже его покажем. Он обычится, как хоккеист. Ведь прямо да это вообще на фоне полного... Ну ведь
Не, ну ушки-то можно сложить. Он же когда этот, его хвалишь или что, он ушки складывает, Марсик. Марсик, он раз их вот так вот и сводит в этот. Поэтому сведет, оденем такой. О, видишь, какая цена. Ух ты, это почтовый ящик. Да-да-да. Ух ты. А мы видели у вас почтовый ящик наш. Да вы что? Да, за 1800 километров. Я даже снял видео. Ой, как здорово. Прям наш почтовый ящик. А вот все и вот он. Почтовый ящик.